Так, финалочка у нас за 8,5 турбина. Что мы тут набили? Набили 37, дают 55. Нормал, пойдет. Сейчас мы ее еще раскатаем, все будет вообще красиво. Будет сейчас. Будем делать финал. Пора уже. Пора уже что-то начинать придумывать. Пора что-то придумать на финалочке уже, на стриме. Затащить бы, конечно, вот это было бы сильно. Чего будем стараться? Будем стараться, да? Бет получили вариант 3. Ну ладно, отдадимся. На чика сет тузов у нас. По флопу, да? Ну что, получим ставку? Не надо. Ну, по пота погнали. Все хорошо. Я и забыл за телевизор, блин. Так, дама, король, даже не знаю, блин. За нами еще движ такой. Ладно, пас. Просто. Просто пас и все. Так, ну мы на финалочке, что самые короткие. Это какой-то у нас. Не ток, да? Этот у нас... Этот вообще не бешеный. А то я просыпаюсь. Этот у нас... Это у нас какой-то фишок. Чип-лидер у нас тоже какой-то непонятный. Ну такое что-то более-менее то слабенько, что-то для рега. Здоров, ребят, кто залетает, финалочка у нас сегодня за 8,55 дипстек турбо. Так, тут у нас агрессивный, но 3-бет маленький, ну ладно, будет у нас агрессивный. Этот у нас с 3-бетом маленький, такой себе рег. Такой себе рег, да? Что это у нас 3-бет, ну и пас, да? Так, надо вместо этого 7,50 включить, да? Так, пересадка у нас пока, да? Пересадка у нас. Мы на своем месте останемся, нам без разницы. Последний. Так, тут чел задумался, что ж у него там в 3-бете, интересно, да? У нас уж даже не знаю, что мы будем делать. Десятки, девятки? Разве что. Возможно. Пас. Пас это хорошо. Деньги спас. Пас, деньги спас. Правильно? Время и стекло. И на пересадка еще у нас, да? Так, то с домовым пушек семерочки уже отъедем тут.
Так, валет 8 будем падать сразу. Не очень картон для финалки. Когда поймешь умом, что ты один на свете. Так, отъехали 8-9. Приятно. Нормально. Дорога так длинна, что жить легко, и думаешь о смерти. Так, ставят в него, колет он, да. Ну что, тут пушить пора уже, дядя. СПР веду какой, чекает. Тоже не будем, да, открывать. Я прощаю с тобой горь стекла после долгой зимы. Донесем 5 минут до утра, доживем. Пятерочки попробуем открыть. Попадем в сеток, может, на финал когда-то. Хотя вряд ли, да. 3Б сейчас сразу прилетит. Да. Ну да. Ясно. Спасибо. Что не тузик, а?